Николич сейчас очень мало замен делает, насколько это тяжело, потому что вы только вкатываетесь, и вот свои ощущения вообще от сбора. Мы прошли первые сборы, где сыграли две игры по тайму. И уже второй сбор, в принципе, предполагает под собой, что уже больше игрового времени на поле. Естественно, это первый матч 90 минут, естественно, это тяжело. Но, как вы все знаете, это нормальный процесс на сборах, ничего здесь удивительного. И, как игра показывает, в принципе, мы все уже плюс-минус подходим к официальным играм и к 100% кондициям. Я думаю, да, чем больше игр, тем больше практики, поэтому потом будет легче. Надо играть, потом восстанавливаться хорошо и опять играть. И все, и будет все нормально. Панчука приходится в одного из защитников. Смолов на подборе. Вот, наконец, Локомотив бросается в атаку. И Петр, забивать нужно! Вне игры. Гол забит, но вне игры. Камано, похоже, залез в офсайд. Да, соперник неплохой был. Тут у нас поляна поменьше, она чуть похуже. Поэтому они шли в прессинг. Поэтому много таких передач неточных, борьбы много было. Поэтому такая вязкая игра, я думаю, у них были моменты, у нас были моменты, поэтому счет, я думаю. Готовит ли Локомотив какие-то сюрпризы тактические, может, еще какие-то вот в новом сезоне? Понятно, что в прошлом не живут, надо смотреть всегда вперед, но, как показал, в принципе, прошлый сезон, что команда набрала хороший ход. С много голов, это всегда интересно для болельщиков, поэтому мы придерживаемся того, что вот, то, что наигрываем, так скажем. Во-первых, я сам скажу, наверное, что это нужно пройти полноценные сборы, потому что уже сколько, я не знаю, год, наверное, нормально полноценные сборы не проходил от первого дня до последнего. Думаю, что это большую роль играет. Я сам по себе знаю, что если я пройду все сборы, я наберу хорошую форму и покажу себя в сезоне.